Приветствую вас. В первую очередь на ум приходит идея прожить эмоции, то есть именно прожить их, проговорить, вот, в первую очередь. Возможно, не один раз, то есть ну, неоднократно. Потому что там есть определенные ресурсы, соответственно, там сразу все эмоции пережить не получится, это важно понимать, вот, и это происходит именно что постепенно, то есть, ну, процесс постепенно происходит. Вот. Но по мере проживания чувство будет уходить. Негативно. Это первое. Это первый момент. А второй момент. Само чувство ненависти к человеку означает, что в какой-то степени он лишает вас гармонии. То есть из-за него нарушается ваше спокойствие, нарушается ваша гармоничное состояние и так далее. Это выбивает вас из колеи, это вам угрожает. И если вам что-то угрожает, то, соответственно, где-то вы не защищены в чем-то. В чем-то, где-то, как-то вы не защищены. И, соответственно, защита, в том числе психологическая защита, я имею в виду, личные границы и общая удовлетворенность собственной безопасностью, а также проработка ваших слабых, болезненных мест, то есть, опять же, проживание и корректировка, ну, является тем, что нужно делать. Ненависть возникает на разных основаниях, да, ненависть может возникать на основе любви, вот, ненависть может возникать на основе там конкуренции, ненависть может возникать на основе религии, на основе расы, нации, вот. И все это, в принципе, объединяется одним, что объект ненависти стоит между вами и тем, что может принести вам гармонию, спокойствие, какую-то удовлетворенность, может быть, умиротворенность, может быть, понимаете, какая штука. А вот, в принципе, то, в каком направлении вам нужно двигаться, ну, имеет смысл двигаться, если вы вот хотите избавиться от этого. Именно вот проработать можно только со специалистом, вот. Ну вот, именно только со специалистом, вот, ну, психологом. Это то, что я могу вам сказать.
Вот, в принципе, все на этом, я полагаю. Понятно, что нужна ваша история, понятно, что нужно понимать, с чем мы имеем дело, понятно, что вы задаете крайне общий вопрос, и понятно, что вам нужна помощь, вот. А, скорее всего. Ну, так или иначе, ответ вам может быть вот примерно таким. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что могу вам ответить. А, в принципе, все на этом. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.